И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в FNAF Co-op. Часть вторая, третья ночь. Димочек, поздоровайся. Всем привет! Помнишь, Димас, мы вторую ночь как долго проходили? Да. Так, кстати, ребята, проснется вся стая аниматроников, все аниматроники попросыпаются. И то аниматроники, и старые аниматроники, и Мангл, и И Бланбой. молодые, и детишки, все просыпаются. Так, никто не двигается, это очень странно. Третья ночь, где все? Ну сейчас час будет. Во, Бонни пошел, все. Пошел, да? Да, он уже, видишь, все, со стойки своей ушел. Блин, так громко Видите, ребята? шкатулка фигачит. Ну, пусть будет, это очень антуражно. Димон, он к нам идет? Да. Так, я обойду Димон с другой стороны. Так, давай от шкатулки его немножко отгоню, давай. А как ты его отгонишь? Я хочу на это посмотреть, как ты его отгонять будешь. Ну, мужчина, я тут бегаю. А чё? Димон, а чё он ко мне побежал, а не к тебе? Я без Да понятия. так нечестно! Димас, ты чё, умер, что? Я думал, он к тебе побежал, ты говоришь, смотри, как я его отвлеку, и он взял меня, убил. А ты чё, стоял или чё ты делал? Не, он вроде как побежал в сторону, а потом резко на меня, ну, повернул ко мне и побежал. А ты чё, бегал или Не, я на походил? картофанах сидел. Далеко, реально сидел. А ты можешь мой труп воскресить? Не знаю. Я шучу, Ты здесь такого нет. мужчина. Димончик. Ну видишь, ты профи. Ну что, ребята, ставьте лайкосики, надеемся, Димон затащит. Давай, мужчина, я тут. Это самый Ну. агрессивный аниматроник, которого я знаю. Так, Димончик, давай, я болею за тебя. А я вообще здоровый. Все нормально, тащим, тащим. Так, Димончик. Увидел. Все, он сразу отупел, как только. Вот это жесть, как стрёмно, Димон. У тебя, видишь, у тебя есть скилл очень мощный. Димон, а ты опасно, очень сейчас опасно это делаешь. Димончик. А где твой труп-то? Да вот мой труп, попробуй, Давай можешь как-то... вставай, Ержан, А нельзя просыпайся. не W, не 38, Работа, там ничего? пора. В пиццерии может, уже. Не клянусь, вместе начнем? Не, я смотрю твоего лица, наоборот, давай тащим. Вся надежда на тебя. Че уже, 2 часа ночи. Эй, паукообразный, вставайте, Зря давайте. Что ли? Давайте бегать за мной. Да еще рано, Димон, повыживаем, давай просто потянем время как-то, не знаю как. Ну, пацаны, ну шо вы такие грустные, давайте бегать. Вот так, да, решил проиграть? Нифига себе, ты видела на руки? Она вообще как просто, зомби. Если бы ты чуть-чуть бы за угол не повернулся на корточки, ты бы проиграл. Смотри, где она стояла. Там ну ты она видел, вообще да? бешеная. Рядышком стояла. Уже 2 часа, сейчас должен Фокси просыпаться. Пойду его будить, Димас, а то А он как ты его спит. Будешь будить? Вот, пинками. Вот ты если проиграешь сейчас, я буду ржать. Не. Димон, ну на тебя надежда человечества. Если ты не пройдешь эту ночь, ты загубишь... У тебя тоже подгружается? Ты да, загубишь человечество, нельзя это сделать и допустить. Так, мужчины, вы здесь? Так, все Фредди, стоят, когда Димон. Остаешь? Он к тебе идет, Вот. Димон, тебя реально увидел. Да не, он меня не увидел. Увидел, увидел. А, не, не увидел. Да не, он слепой. Он слепой, да? Он идет своему кенту, Фредди, думает, так, сейчас я подойду. Ну это ты зря, Димон, но если ты все проиграешь, то будет тупо. О, привет! Колбаса на руки, руки. Да-да-да, стоит такая щида. Давай, давай, да, да. Балумбой говорит, ты чё не встаешь, малой? Давай вставай. Димон, сейчас будет полночи. Школу ты пора. Молодец. Ребята, всех поздравляю с каникулами, кстати, летними. Да, если вы рады, что каникулы, будем байтить лайки, ставьте лайк. Красавчик? Сейчас Фокси должен встать уже. Ну зачем ты возле него ходишь? Ты когда ходишь, у меня сердце в пятки уходит. 3 часа уже, а он еще спит. Хватит ему вставать. Может, батарейки кто-то вытащил? Nokia там? Ну не, Дима, с батарейки Nokia как раз таки долго держится. Nokia. А он много потребляет. Ух ты, ребята. Мы, кстати, планируем 2 ночи, да, Диман, записать? Да, если получится. Смотри, они все смотрят на меня. А чё, самый красивый? Смотри, смотри, смотри. Ой-ой, побежал, побежал. Ну он такой себе, да? Ну да. IQ минус 1. Минус 11. А если я буду шашком? Ой, пацан, я понял. Да, ты видишь, как это все может закончиться? Тебя могут закончить в туалете.
Привет, это я. Это ты. А это твой фонарик, который светит. Он покемон. Вот сейчас со спины кто-то заходит и убивает в зеркале. Это будет как в хорроре каком-то. Не, я так не хочу, Димас. Ты а придется. Смотри, кто там идет, Фокси. Это смотри, Фокси смотри, уже смотри. Идет? Да, да, да. Вот видишь, ты ходила за него, оставил запах. Он... Ага, Димон здесь. О, жесть, сейчас тебя окружить, дядь. Он меня спалил. Тебе главное в 4 часа завести... Тебе главное, Димон, в 4 часа завести... Блин, его так телепает, я не могу просто ничего говорить. Ой, ты стрёмный. Короче, в 4 часа заводи шкатулку и убегай. А чё он такой странный? Я в него посветил, он... Да, я, кстати, первый раз вижу, как он реагирует. Не, в тот раз мы играли, но вот я не помню, в темно там было. Не, ну, конечно, это смешной кадр сейчас был. Все стоят, Чика стоит, себя фантазирует. Кого бы убить? Так, и все, можно уже, в принципе, Димон сюда не возвращаться, шкатулки хватает. Все. Теперь ныкайся. Ладно, я постою здесь, что тут. Да, Димон, ожила, манглиха! Он сейчас где-то тут в туалете опять зашкерился. Срать уселся. Не знаю. Вон он. Мужик, стоит, думает. Тут. Так, что бы дальше мне съесть? Так, здесь никого? Ой, там уши чьи-то, ушки. Так, он в подарок заглядывает. Что же подарили ему? Да, мне не нравится это. Это кто шагает? Ты видишь его в зеркале? Классно, да, сделали? Я теперь понял смысл зеркала. Ну, Дима, ну вот это, конечно, ты попандос себе сейчас. А может, он налево повернет? Стой. Ого, их там понаплаждалось. А что я делать-то должен? Вот тут и стой. Смотри, там говнюки, смотри, какие прут. Они к тебе идут? Может, она не будет сюда идти, Димон? Ко мне идет. Туда не выглядывай особо, не? Димон, попробуй как-нибудь что-то придумать. Фокси, ты посрать пошел. Да, он уперся в стенку, потому что ты тут. Он реально идет к тебе, Димон. Сзади, мангл. А я боюсь. Я тоже боюсь. Ты представляешь? Они все залипли, все. Надо время тянуть, 1:30, Димон, ты справишься. Это минута, чуть больше. Что нам так сидеть? Так. Да. Блин, не получится, Димон. Красава, Димон. Медаль тебе надо дать. Только не знаю, деревянную. Не знаю, какую, да? Медаль за выживание. Самый лучший охранник этого месяца. Нет, самый долго живущий охранник. Он к тебе бежит или куда он там топчется? Я не знаю, просто. Да, он к тебе бежит, Димон. А чё, он знает конкретно, где ты, что ли? Я не знаю, у него, может, что-то в башке не так. Нормально, Димончик. Шкатулку можно, в принципе, не заводить. Да ладно, заведу, чего что. Половина зато шкатулки хватает больше часа. Теперь, Димас, я уверен на 100%, что шкатулку больше заводить не надо. Димас, ты там еще не собираешься просыпаться? Да я отдохну, да? Потом этот, в третью ночь, короче, четвертую я воскресну. Ну, в общем, как надумаешь, просыпайся. Хорошечно. У меня там и так много друзей там бегает рядом. 5 часов, Димон, ты просто красава. Ладно, я пойду, короче, в нормальное место мое. Буду настоящим охранником, а не крысы, лазящие по вентиляции. А как по-другому? 45 минут осталось. Так, ну чё? Постоим. А куда она идет? Ты понял? Все, ты красава, Димон. Время тяни, 5 секунд, Димончик. Она за... О, а тут не... Будет толкать, да Чика, отойди, он там сидит. Так, что такое? Это мини-игра? О, Димас, ты марионетка. И ты марионетка. А мы же должны... А что мы должны делать? Марионетовать. Во, а прикольно. Надо. А это что за пиццерия? Это FNAF 1, Димончик. FNAF 1, да. Так, мини-игра какая-то. О, тут смотри, кто стоит. Мы марионетки, это вообще классно. А что делать? Сейчас будем разбираться. О, а что старые аниматроники такие? Они? Не знаю, как-то пиццерия такая заброшенная. Давай выйдем просто. Вот сюда, сюда. Охранник, вселяемся в него, кушаем. И чё это было?
Не знаю, давай дальше кавать. Вон еще. О, прикольно. А, мы сейчас в него человека поместим, он оживет. Все, давай. А, вот так? Угу. Очень интересно, как это сделать. Ну что ты, давай. Может, что-то еще надо, короче, Димончик, поискать там? Может, надо ему трупов побольше насобирать? Не знаю. Вот еще светится тут. Пойду в туалет зайду, что ли. Вот да, тут что-то светится, но не могу ничего сделать. Во, в туалете тоже трупак, Димас. О, нашел. Такс, отлично, у нас получается все. Угу. Значит, собираем трупы и закидываем Фокси, он покушает. Нифига себе Фокси хавает. Я так хавает. Понял, мы добытчики еды, что ли? Да чё так нечестно, марионетка, чё такие, низкая профессия, трупы собирать. Да. О, Димас, иди в генераторную, тут вообще 3 штуки светятся. Ого, подожди, дай попробую тут понажимать. А, надо во все, короче, повселять, наверное. Тут уже другие аниматроники тоже светятся. О, еще одну нашел трупецкий. А, давай попробуем до Фокси. О, я ему дал что-то. Да? Да. Видишь? Что, Димас, мы походу вселили нормально. Красава. Сидели. Мы смогли, ребята. Вот, 4-я ночь. Фонарик отключаем сразу. Так, Фредди у нас решил прогуляться по пиццерии. Идет, Димас, к тебе, наверное. Да ну зачем? Скажи ему не надо. А че он сам-то? Ну скажи, он там сам. Никого нет, не иди туда. О, Фокси проснулся. Блин, еще хуже. Мне кажется, все-таки он проснулся от того, что я на него посветил. Не? Не знаю, короче, Димас. В общем, проснулся у нас Фокси. Андрей уже. А мне так видно, Димон, вообще видно меня? Ну-ка, давай посмотрим в 12. А, 12, да. Не, а вот так если оттуда смотреть. Может, я так просижу всю ночь? Давай посмотрим. Ну да. Можно просидеть? Пол туловища видно, Димас. Блин, а как сделать, чтобы всю туловище? А вот если стоя вот так буду стоять. Давай посмотрим. О, ну почти, да, только макушку видно. Ой, блин, Фокси бежит. То пузо торчит, то голова, да что такое? Димас, к тебе Фокси идет. Ты ему сказал, что тут никого нет? Он сам пришел. Ты сказал, что никого нет? Я его не звал, Димас. Он побежал к тебе. Я его слеплю. Слепи, Димас, и в этот момент заходи за какую-то эту. Он, Димас, бежит за кем? Фонарь включи. Да не-не-не, все, Димон, он ушел. Мангл ползет. Надеюсь, он ко мне не придет. Так где он там топает? Я не знаю, мне интересно. Он забагался в стене, Димон, по-любому. Он хочет ко мне идти, а я тут сижу. Ну я так и буду пока сидеть, пусть забагается, потому что ты можешь пока шкатулку завести как-то. Ну как-то да. Он побежал за тобой! Или за мной. А я успею нажать фонарик. Куда-то побежал. Димас, шкатулка заведена. Димон, он за тобой бежит по-любому. Да? Да, ему маринет говорит, они заводят шкатулку, он побежал. Ладно, ладно. Такого не было. Разрядить обстановку, потому что очень страшновато будет. Ты, Димас, видишь от 2.12 меня, что я делаю? Боюсь нажимать, Димон, очень боюсь нажимать. Ну посмотрю. Ого, их там. Они все на тебя идут? Да. А как ты выживешь? Ну легко. Ну ты псих. Я всегда, Димас, отходные пути знаю. Да-да-да, сейчас сольется и будешь... Ну нажимай то. Так-так-так, Фокси бегает где-то и все. Куда они побежали все? Димас, ты сейчас бы видел, я сейчас был на волоске от смерти. Я знал, что ты молодец. Ну как ты смог? А как он меня убил? Он же не знал, где я нахожусь. Читер. Они что, на меня все идут? Не, Фокси вообще в тубзик, Димас, зашел. Он в туалете срет просто и все. Димончик, я не затащу, скорее всего. Понимаешь, Фокси меня не видел, он просто бежал. Он просто бежал, я не успел фонарик включить. Жесть, Димас. Я прожил до... Димон, я тащу, я тащу. До полчетвертого я прожил, да. Мангл там сидит. А кто к тебе идет, кстати, про... Чёрт. Я не знаю, кто. Мангл, смотри, Мангл сидит вверху. Видишь? Тихо, кто-то идет к тебе. Смотри назад, Дима, смотри назад. Свети. А-а-а!
Свети на него, дебас, он не отстанет. Все, походу блеск там отфигачил. Во, смотри, застопорился вообще. Фокси бежит! Фокси бежит, Димон! Свети, свети! Куда светить? Просто свети, фонарик включи. Фонарик. Все, Димас, беги в другую сторону. А, ты вот такой. Ах ты, ядичка-ладичка! Так а зачем ты к нему побежал? Да хотя за... А так сзади тот шел уже челик, никак. Как? Можно было еще. Ну, нельзя. Да я испугался, честно, я пересрал. Хардкор, ребята, однако. Я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!